Всем привет, друзья! С вами канал «Чё хочу, то врачу», а точнее, самый первый канал, на котором вы сейчас сидите, это канал Максимадзе. Да, здравствуйте. И сегодня мы... Что делаем? Продолжаем уже какую-то серию детской. Мы уже... 13-ю, по-моему. Блин, я не считал, не помню. По-моему, 13-ю. А может и нет. Ого, машина. Так, мы, короче. Мы, короче, уже, тут. Мы продолжаем гнаться за этим хмырем Даником, который. Да. Который украл у нас этот телескоп или как он там. Кодекс. Ну-ка мы и вернули кодекс. А, мы же его вернули, точно. Ой, это что такое? Ты что-то сделал, мне кажется. Я вообще не шевелился. Да? Ну ладно. Блин, зачем я стрелял? Очень интересно, что будет в финале, как игра развернется. О, эти штуки можно двигать. В финале мы Даника убьем, я надеюсь. Опа, красная кака. Воу. Ой, а чё она двигается и вообще не наносит урон там? А, нет, наносит, наносит, блин. Ой-ой-ой, она меня убьет сейчас. Все, я умер. Она башку оторвала мне. Ох, нифига сейчас звук. Что-то они внезапно как-то напали на меня вообще. Из первого Dead Space звук был. Но я не играл. Так. Так, сейчас твари будут появляться. Красная кака. На. Красная кака сдохнет. А где остальные твари? Надо встать сюда, чтобы они появились. Точно. Опа, беги. Она упала вниз туда вообще. А, это кусок красной каки. А где те твари? Сейчас, наверняка, сейчас появится. А что нам с этой штукой делать-то? Не знаю. А, я понял. О, а вот, вот они. Скотины. Красножопые. Сзади. Вау, опять перезаряжаешь оружие, когда мне это не надо. Красные каки, да опять ты оружие перезаряжаешь. Да убил я уже красные каки. Ой, ой, ой. Блин, классно, ты кулаком врезал в него сейчас. Да. А, скотины. А у меня аптечек нет. Ты в шопу. Аптечек нет. Красная кака. Ой, она возродилась. А у меня аптечек. Помоги мне, у меня аптечки нет. Ну уже, помоги мне, скорее. Тебе дать аптечку? Да, да, скорее, только они подбираются ко мне все ближе. И у меня еще патронов, оказывается, нет. Они меня убьют сейчас. Мне хана, мне хана, мне хана. Помоги мне быстрее. Я вообще что-то черное вижу перед собой. Черно-белое все стало. Стреляй в красную. Да, блин, у меня птичек. А вот аптечка. Надеюсь, я успею подобрать ее. Твари, блин. Блин, вот у тебя оружие очень классное, моего... у меня говно. Что бы мы сейчас без моего оружия делали бы? Да, точно. А у меня какое-то говно вообще, а не оружие. Блин, у тебя так. Здоровья немного, но у меня аптечек нет. Так я тебе все мои аптечки дал же. Да. Все, я последний. Так, нам надо, я как понял, вот так вот. А, поворачивать. Стой. Вот сейчас она совпала. Так, только не говорите, ага. Что твари сейчас опять появятся. Надеюсь, мы их всех перестреляли. И вон та еще осталась. Есть у меня патроны. Почему мне показывалось, что
патронов нет. Или может Слышишь? Я подобрал патроны только что где-то? Иди вон туда, еще вон ту прокрути. Прокрутить. Я пока тут посмотрю, что тут лежит. Так, где тут? А, вот. Вот это что ли? Куда ну тут? Ты чё? Иди на эту плиту, которая тебе это даст возможность. А, все, вспомнил, где она здесь. Вот она. Я забыл про эти плиты дурацкие вообще. Так, луч активирован. Ой, господи, что происходит? Починим машину, да. Ой, сюда скорее. Походу все, это наш выход. Да. Походу все, мы победили. Еще не победили. Даник, иди к черту. Пусть к нам идет, я бы хотел... Ну, вставляй. Ой, вставляем. Кодекс. Я кодекс ставил. Айсен, что ты делаешь? Finishing something that should have been done a long time ago. Well, stop it. You're tampering with things you know nothing about. А что ты говоришь? Так, это не все? Так, а что теперь? Да, как-то... Теперь нам надо вниз. Солнце прям такое зеленое, блин. Какое солнце? Это не солнце. Ну так, светит так же ярко. Это то... Это кусок машины. Ну я понял, это я так сказал. Мы можем летать. Видишь, у меня как антенка на оружии, такая антенка. Ну, вижу. Вот она пули делает огненные, когда стреляешь. То есть стреляешь, раскаленная, и при этом они еще и поджигают. Фу, как вот эти дырки противно выглядят. Вот эти? Да. Ну-ка, давай-ка я постреляю в них, а ничего не будет. А там туда за... а залезть нельзя в эти дырки, нет? Там пришельцы. Ой, это голова пришельца. А, блин! Как она внезапно... Откуда она? Я еще и без аптечки. У тебя здоровье вообще на нуле почти. Смотри, обелиски загорелись. Если к ним подойти, мы тоже загоримся. Нет. Но они заражают мертвые ткани. If Serrano's right, I should be able to return to the first activation point to enter the final setting. What happens then? Hey, I work on spaceships, not alien machines, right? Они мертвые ткани заражают. То есть, если мы умрем, мы превратимся в некроморфов. Этого нельзя допустить. О, патрончики мне нужны. Не нужны вообще. Как подкинул один. Так, а, вот проход, я что-то не заметил его. О, нет, не люблю эту штуку, ну полетели. Блин, тут еще такая проблема иногда, что не видишь, что перед собой происходит, настолько быстро летим. А вот сейчас уже получше видно. Тут красная кака, вон только что была. Ой, не вниз, вверх давай. Вообще. Ой! А, мне показалось, это люди Даника. А это... Это аппарат какой-то, переводчик, наверное. А, дверь так открывается, что ли, без него? Ну, может, тут уже были. Мы тут были. Какого ж хрена? Так, нам туда. Самое страшное, только что если сейчас на нас нападут, я умру. Да, вот. А у меня аптечек нет случайно? Не, нет, у меня вообще инвентарь забит весь. Стазисная батарея есть. Тут можно робота оставить, но у меня нет. А у меня есть три. Слышал, да, звук-то того, как ты его достал, такой туру, туру. Да. Да, у тебя здоровья, конечно, вообще почти нет. Взорвал тебе маленький хрен один.
Нет, просто нам я тебе в эту все, дверь. все мои аптечки отдал. Так, и мы и здесь мы были, да? Раз дверь открывается, так. This isn't the way, Isaac. There is a future for you, for all of us. Leave me alone, Danik. You can see them again, Isaac. Everyone you've lost along the way. It's a future with no regrets. I have no regrets, Danik. One way or another, this will all be over soon. Isaac! Закончится. Да, не злится. Закончится, да, и мы в висок тебе пульку запульнем. Он, ты заметил, как он злится? Что мы мешаем ему творить зло? Ну, станок, робот, ура! Да, только робот аптечки. Поставил уже станок. Аптечки, аптечки, аптечки. Идите ко мне, мои. Обои ему можно сделать. Аптечка мне надо сделать. Ну и обои ему можно тоже сделать. Кучу, 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 да. Ты аптечки сделать можешь, я надеюсь? Я сделал 20... Ой. Блин, у меня весь инвентарь забит. Ну так ты в сейф положи. А, стазисных батарей надо, наверное, в сейф положить. Стазисных батарей у меня что-то больше всего вообще. Ты ими почти не пользуешься. Так. Я про них просто продать забываю, можно? А что будет, если продать? Продать. Да, продать. 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 Ну еще продать. Дротикомет. Черная дыра. Стоп, у меня в сейфе аптечки есть, оказывается. Чу. А что они у меня? Че? Черная дыра 392. Вот это очень мощное оружие. Черная дыра. А еще мощнее хан. Так, пожалуйста, не копайся целый час. Чистильщик. Вот его бы я взял, но у меня не хватает металлолома. Сейчас, я подожди, я хочу посмотреть. Ты весь день будешь делать эту пурду? Нет, нет, подожди. Я хочу посмотреть это оружие, оно да мне... Ты уже говоришь и говоришь, подожди, задолбал уже. Да ты подожди. Ты смотри, что сейчас будет у нас. Подожди, подожди. У меня сейчас будет такое оружие. Ты разве не понял, что я повторяю тот комикс, который тебе прислал? Да я понял. Ну... Ты сейчас просто удивишься, я думаю. Да, да, сам... только не то не сделай, пожалуйста. Смотри. Давай, только меня не... Меня не убей. Что оно делает? Надо на врагах проверить. Так оно еще и снизу. Вот это. Не знаешь, какой кнопкой? Ну, я только что сделал. Ох, ё-моё. Так, отлично. Господи, ты чё так топаешь, дебил, что ли? Патроны есть. Вот так, вот здесь нам куда надо? Вот здесь дверь есть, но она камнями завалена. Так, куда нам надо-то идти? А, туда? Ладно, я пошел, а ты догоняй меня, блядь. Не копайся целый час, пожалуйста. Тут я... Вот ты ходишь с оружием с первой главы, я в шоке. Как ну, это вообще возможно? Я... Ну как-то так. Без тебя я бы, наверное, бы не выжил. Ну это точно. А, в эту дверь. Идет сохранение, ну окей. Так, без тебя нельзя войти. А, нет, можно. А, ты уже... А, ты все закончил уже? Я вот думал, ты там копаешься до сих пор. Заходи давай сюда быстрее. Как она закрывается, открывается офигенно. Я просто поражаюсь.
Ну, домой себе такую дверь закажи. Ой! Ох, нифига. Ну чё она орёт как? Ой, сзади! О, мадафак. Мадам. Ой, еще. Мозги маленькие, взрывающиеся. Твою мать. Ой. Что-то много их. Даже для легкого резина. Для легкого резина их многовато. Нифига. У него из внутренностей аптечки выскочили. Он что, аптечки проглатывал, что ли, что они выпадают из желудка из него? Я в натуре видел, как из его желудка аптечки выскочили. Ой, мозги! Взрывающиеся мозги! И опять из его желудка аптечка вылезла. Да ё-моё! Вот что ты бы сейчас без меня делал бы? Вот тут, может быть, я бы и справился, а может и нет. Не справился бы. Ты что, думаешь, ты их всех убил? Нет. Но я некоторых тоже убил. Ну так это потому, что я с другой стороны в них стрелял. У меня опять аптечек нет, потому что я на тебя смотрел. И аптечек у тебя нет, я дать могу. У меня есть. Ну да, и одну. Одну? Среднюю, да. Ну сколько не жалко. Это могу две дать. Так, выбрать. У тебя, подожди, у тебя сколько аптечек? Так, у меня обычных три и средних шесть. Давай одну среднюю. Да я могу и две дать. Ладно, хватит. О, вот я подобрал одну. Блин, опять назад. Опять в этот портал дурацкий. Ой. Люди, которые... Ой, быстрее! За зло. Появились опять. Ой, мозг взрывающийся. Еще один. Да блин. Иди ты в жопу. Не люблю этих быстрых штук. Как на клавиатуре, да непривычно. Нортон, кстати, Нортона в виде зомбака мы, наверное, завалили уже и не заметили этого. Может быть. Потому что я на картинке видел, когда читал. Он там был, по-моему, в том месте, где мы были уже. А это что, гардероб? Ну просто один навык улучшаешь, и здоровье самого вырастает. Так, куда нам дальше идти? Тут сюда. Стандартная компактная станина. А, в лифт. Отлично. Ну, открывайся, зараза. Тому лифту уже сколько лет. Так, мы вернулись.
Все, мы открыли, получается, это якобы тогда это все. Теперь нам надо его преобразовать во второй рисунок, как на втором. Интересно. Давай попробуем. А я забыл уже как. А, все, понял. Нет, я забыл. Так, что-то я ее сильно накладываю. Так. Вроде да. Вот, и вторую как боковая теперь. Вот. А, ты ее уже взял. А, нет, я. Да блин, ставься ты уже наконец, дурацкая хрень. Так ты камера верти. Вот так. Я забыл как. Я взял. О, ну теперь-ка это финал. Надеюсь я. Ну что, готов? Погнали, да. Ого, и что случилось? В лифт опять идти надо. Катсцена запустилась. А, нет. Я просто застрял. Пошел ты нахрен. Подкрепление. Откуда у тебя вообще подкрепление, а? Люди, которые с тобой работают, тоже против человечества, да? Я говорю, либо он им что-то не таковать. А, блин! Ой! Куда нафига ты взял робота, дебил, бы? Да блин! Аптечку быстро давай сюда. Аптечка. Давай, входи в портал. Сейчас осмотрю. Можно ли тут робота оставить? Робота поставить? Нельзя. Тут нигде нельзя поставить? Нельзя. Да я уже посмотрел. Да ладно, не важно. Пошли уже. Секунду, это... Не, это не нужно. Хрен вообще с ним. Хрен. Ну, полетели уже быстрее. Фигня. Ого, она жива? Я и не сомневался. Вот и отлично. Мы туда сейчас придем, блин. И наваляем тебе как следует. И ставим ему пулю в лоб. Надеюсь. Опа! Осторожно! Ох, нифига их. Их вооружены очень хорошо, блин. Помоги мне. А тебя, блин, в меня стреляют вообще. Блин, да как же так они хорошо стреляют, а? То, что их много. В смысле, у меня патроны кончились? А-а-а. Патроны кончились? Какого хрена? Ну я нашел тут несколько, 35 патронов и все. Может тут еще где-то, конечно, валяется, но нельзя быть уверенным. На этих, на камнях лежат, вот патрон. На камнях? Как залезть-то на них? Ну как, у тебя же их можно подтягивать.
Фух. Так, куда идти? А, туда. Патрончики еще есть. А, вот еще. Печка, патрончики. Мы возвращаемся к машине с тобой. Okay, now what? Three receptacles, three statues, three markings. What's the final step? Целых три. Так, теперь нам надо как-то это активировать. Так, это у нас типа батарейки, а там что такое? А. Их вставлять надо, походу. Надо, вот, видишь, надо еще искать рисунок. Батарейки. Сверху рисунок, видишь? Да. Так, это подошло. Может, искать надо, открыть. Искать еще. Опа, там враг. Почему я пройти не могу? Дурацкий фонарь, блин. А. Эй, сдохни! Будь здоров, что-то он на меня направляет прицел и не стреляет, помню почему-то. Э! Сдохни. Медленно стреляешь, блин. О! Я батарейку к тебе отправил. Окей. Да я ее кинул вон туда. А, кинул. Окей, сейчас подберем. Ставь, я пока с той стороны ее. Так, нашли. О, робот вернулся. Робот? Так, тут какая-то хрень. Лови, да. Последний. А, ну ладно, пофиг, там потом. Если... Блин, жалко, я не схватил ее, ну ладно. Да пофиг, не надо сейчас вставлять, то еще что-нибудь активируется. Лучше сначала робота забери. А, робота забрать. Да блин, опять возвращаться туда. Впрочем, хрен с ним. Аккуратно ты прям поставил ее, кстати, очень. Штуку эту. С магнитом. Ты что, вставил батарейку? Да, я какую-то дверь открыл. Вот туда я точно не хочу идти. Мне страшно. Подожди меня, блин. Не, нет, не надо. Мне походу, и так стазисных батарей очень много. Походу, мне еще предлагают что-то делать. Страшно. Ну ладно, с богом. Пошли. Вау, это мы где? А тут... Адская машина. Нас... А нас что, кто-то опередил, что ли, уже? Это трубка? Надо послушать. Ах, у меня инвентарь забит. Надо было оставить в сейве что-нибудь. Ладно, выкину несколько батарей. Ладно, три штуки пока выкину. Так, ну чё, поехали? Сейчас я заслушаю. Ух, да. Сколько запись идет? 29 минут. А, поехали. Скорее всего, 30 будет, потому что у меня и дрожи. Вон он. Ой, это что такое? Ау! Мадафака, это что такое? Ой, тут надо побыстрее, тут надо будет уклоняться. Ой, направо или налево, хоть куда-то.
А. Я тоже выстрелить хотел, но ты раньше это сделал. А! Да блин, я не успеваю уклоняться, я забываю все время. А чё, это ж легко. Не, я понимаю, что это легко, но я что-то отреагировать не успеваю. Оу, оу! А! Блин, ты медленно вообще лезешь. Ну не ты, а персонаж мой, в смысле. Да блин, я не успел. Ты чё? Да блин. Она разморозилась внезапно очень и убила меня. Инвентарь заполнен, да какого хрена? Так, в общем, неважно, не будем это дослушивать, погнали. Подниматься там довольно-то далеко. Да я дошел. А ты умер. Так, блин, она разморозилась очень быстро, я даже не отреагировал. Блин, неужели ты быстрее лезть не можешь? Опан, вправо. Ну и зачем ты ее тут заморозил? А, блин, мы ж тут не пролезем, да? А назад? Да блин, я не могу. Эта штука, которую мы заморозили, мешает сдвинуться. А-а-а. Наверное, я рановато заморозил ее. Конечно. Надо ее замораживать, когда она... Да работай ты, говно, блин. Так, скорее. Право. Налево, скорее налево, дебил. Давай, лезь быстрее, пока эта штука меня не коснулась. Осторожно, замораживай, а то она у тебя убьет. Давай, нельзя, чтобы она меня коснулась. Ты чё? Оу, оу. Добрались, добрались, отлично, добрались. Давай, 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 быстрее лезь. Вау, а, я думал, где? Я раньше тебя залез. А где это? Давай патрончик подберем. Смотри на потолок. Минутку. Слушай. Мы... Ты... Ох, ё-моё. Мы в монстре, думаешь? Тебе в каком монстре? Посмотри на потолок. Да, видел я потолок, да. Слушай, мне кажется, мы пришли. Все, это финал. К финалу мы пришли, да? Вот. Все, пора размораживать. Ой. Ах ты, мадафак. Ага. У тебя глаза правдивые, слепой зажмурится. Не отдам. Second chance. If he turns off the machine, we're all dead. Her? Us? Everyone. Don't let it all go dark, Isaac. Ну же, стреляй в него, блин. Нет, дядь, выстрелить это все. Ну ты. Ты что делаешь? Нет. Нет, 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 нет. Он отключил машину. Он отключил. Он братскую луну разбудил. Всех некроморфов. Всех. Ты меня слышишь? Да. Я говорю, он всех сейчас разбудил. Да, абсолютно всех. Леха, сейчас ну ты... они на землю направятся.
Леха, ну ты и козел. О! Ха-ха-ха-ха! Так ему и надо. Красава, бля. Доигрался. Да отключайте вы ее уже, что вы болтаете? Гроза обелисков сейчас начнется. Да отключите вы эту машину, на вот она перед вами. У нас нет времени на поцелуи, сейчас надо с машиной разобраться. У нас нет времени на это, давай уже. Врубай машину скорее уже. We both know I'm not going home. Go! Блин, да... Да, блин. Ну, Лёха, нахрена ты это сделал? Да я... Это Карвер, а не я. Ну, я ты же за него играешь, да? Давай. Давай же, но я... Нет. Вот я так и знал, из-за этих поцелуйчиков так и будет. Любовь все портит. Так, ну ладно, на этом эта серия заканчивается. Следующая серия будет финальной. Даник наконец-то погиб. Этот fucking motherfucker. В следующей серии все завершится. Ну а на этом все. Сабас. Лайкос, подписос, нас эпичные видосы. Давайте, ребят, всем пока, тут все разваливается. Да, всем пока.